Привет. Давно подыскивал себе рюкзак на 80 литров, который может быть и рюкзаком, и сумкой. Цена за максимальную версию составляет $33. Есть модель поменьше и в других цветах. Я выбрал черную. У данного рюкзака сумки отличные отзывы. Люди заказывали и довольны. Очень много заказов. Решил заказать и я. И выбрал я для распаковки локацию на улице. Итак, смотрим, в чем приходит данный рюкзак-сумка и как он выглядит запакованным. Вот что-что, а товары из Китая приходят действительно хорошо запакованы. И внешне даже не скажешь, что в данной компактной посылке находится огромная сумка-рюкзак. Итак, смотрим. По бокам находятся две ручки. Рядом с ними располагаются металлические ушки для крепежа ремня. Ну а в центре располагается самая главная основная ручка для того, чтобы превратить рюкзак в сумку. Одним из особенностей этого рюкзака является то, что он обладает системой Molly, которая позволяет прикреплять дополнительные подсумки, аксессуары, что значительно экономит место внутри рюкзака и занимает его снаружи. Прикрепить можно что угодно, зависит это только от ваших потребностей и фантазии. Если рюкзак хорошенько укомплектован, наполнен, то для сохранности змейки рюкзак стягивается этими ремнями. Когда рюкзак находится в горизонтальном положении, слева и справа по бокам имеются дополнительные карманы. Давайте заглянем туда. Внутри действительно очень много места. Например, можно уложить туда спокойно телескопическую удочку или же мой штатив. Внутри этого кармана имеются дополнительные два кармашика в виде сетки для каких-то мелочей или же документов. Сверху сумки под ручкой располагается тоже змейка. Это большой карман. Например, можно туда положить какую-то одежду. Теперь посмотрим на нижнюю часть сумки или на часть рюкзака, которая прилегает вам к спине. Эта часть мягкая, не имеет никакого жесткого каркаса. Отстегнув сверху змейку, мы достаем спрятанные ремни. Вот теперь сумка превращается в рюкзак. Кстати, в этом огромном на всю нижнюю часть кармане можно также что-то уложить. Качество ремней надежное, карабины хорошие и имеется также зажим для фиксации на груди. Фиксируем карабины и все готово. Теперь давайте заглянем внутрь. Змейка располагается по всему периметру рюкзака. Полностью верхняя часть не отстегивается, а откидывается на бок. Там имеются два кармана, и благодаря ткани и сетке можно с легкостью увидеть, что там располагается. Внутренность сумки можно использовать либо как один большой карман, либо по отсекам. Отсеки можно сделать с помощью специальных перегородок внутри. Они пристегиваются к боковым частям рюкзака с помощью змейки. Но вначале давайте проведем эксперимент. Рядом со мной лежит наш рюкзак также на 80 литров. Интересно, поместится он в наш новый рюкзак-сумку? Конечно, он полностью поместился, и благодаря этому можно увидеть форму данного рюкзака-сумки. Осталось прикрепить ремень для того, чтобы носить через плечо. Крепеж надежный. Итак, тестируем. Для моей комплекции, по моим потребностям, это отличный рюкзак-сумка или сумка-рюкзак, как вам угодно. Рад был с вами поделиться данным обзором, рекомендую, ссылка есть в описании под видео. Всем хорошего дня и не забудьте подписаться и поставить лайк.